Приветствую всех на своем канале. С вами Ольга Карпович, бизнес-проект «Партнер». Сегодня я продолжаю с вами делиться заказом по 15-му каталогу. Как-то закончились у меня кремики для рук. Решила сразу приобрести два. Они сейчас на акции. Значит, первый крем для рук «Защита и уход» с маслом жожоба и пчелиным воском. Так как артикул 2185, так как крем идет как защитный, поэтому сразу понятно, что он будет оставаться на руках, то есть наносить его долго, но он очень долго держится на руках, защищает от холода, от воды. Если не пробовали, обязательно рекомендую, особенно если вы работаете, ну, когда у вас руки часто в воде, и просто увидите, что просто на руках остаются капельки. Вот это именно защитный крем. И следующий крем идет уже крем для рук и ногтей и кутикулы, значит, артикул 2186, он идет с депантенолом. Я думаю, все прекрасно знают, что это такое. То есть идет и заживление различных, может, ссадин, царапин. Впитывается такая средняя впитываемость. Запах, ну как вам сказать, ну такой травяной, что у нас здесь подсолнух, поэтому... В принципе, как мне, то без разницы, как пахнет крем для рук. Главное, чтобы он был именно выполнял свое действие. Поэтому обратите внимание, каталог у нас до 4 ноября. Если я не ошибаюсь, 1,99 по каталогу в белорусских рублях. Дальше заканчивается у мужа пена для бритья. Ну, точнее... У меня еще есть одна, но я как-то люблю, чтобы когда достаешь новую, уже стояла следующая новая, потому что, как вы понимаете, это все может закончиться в непредвиденных обстоятельствах, а в этот момент пена будет не на акции. А я люблю брать все, когда оно на акции, когда оно подешевле. Пена из серии Celsius, артикул 0520. Ультрачистое бритье без раздражений и порезов. У меня, у мужа чувствительная кожа. Если что-то у него не подходит, у него сразу воспалительный процесс идут. Маленькие такие вот именно как прыщики. И скажу одно, я заметила, когда он начал пользоваться именно кислородными пенами для бритья, эта проблема у него ушла. Это уже я заметила давно. Ну, а как я раньше говорила, бреется он редко, поэтому этой баночки здесь у нас 200 мл хватает ему надолго. Поэтому заказывайте своим мужчинам. И, наконец-то, я решилась попробовать вот этот крем. Вы скажете, как это так? Ты еще до сих пор не пробовала. Не поверите, как-то так получилось. У меня масок и скрабов очень много. Как вы все знаете, я люблю... гель-скраб-маску с молодежной серии, с маслом мануки, с салициловой кислотой. Но это идет возрастной и именно гамаш. Сама лично еще я не пробовала, но отзывы очень хорошие. И сейчас он на акции, по-моему, 3,69 по каталогу. Как же не взять? Поэтому следите за моим каналом. Потом расскажу, как мне понравилось или нет. И вот сегодня прям пришел гель для бровей бесцветный, артикул 5164. Это из молодежной серии от Маши Вэй. Именно этот я еще не пробовала, но со старых коллекций я уже два раза брала гель для бровей. Как вы понимаете, что это именно идет как укладка бровей. Если у вас густые, хорошие свои брови, берите, не пожалеете. Просто пока не пробовал, не знаешь, для чего это все. А так получается,
ходишь себе спокойно в течение дня. Лаком же все-таки для волос мы почему-то пользуемся. Поэтому берите, не пожалеете, хватает надолго. И сейчас именно до 4 ноября он на акции. Ну и как же без флоранж? Уже, наверное, последнее. Просто я не видела этих колец. А я не знаю, или кто-то вернул, или просто как-то появились у нас на складе. Я сразу взяла. Значит, артикул 849-668. Кольцо Артуа. Размер 20. У меня как-то все под золото. А вот именно вот это идет в серебряной оправе. Я думаю, видно. Вот. Сфокусируется сейчас. Что-то не очень хочет камера. Вот, наконец-то. Камушки блестят, вам просто не передать. Это получается темно-синий цвет. У меня много такого цвета. И платьев, и рубашки. 21 размер. Вот как смотрится на руке. Но я что-то так думаю. Оно немножко мне большеватое. Поэтому, хотя я всегда ношу на левой руке, буду на правой. Вот. Такое ненавязчивое на каждый день. Тем более сейчас распродажа. Поэтому я решила, пусть будет. Я люблю, чтобы у меня было много бижутерии. И еще одно кольцо фреска. Тоже 21 размер. Артикул не сказала. 727-669. Вот, точнее, 20 размер. И я так понимаю, я неправильно коробочки повкладывала. Поэтому еще раз, вот это кольцо, это Артуа, 20 размер. А вот предыдущее серебряное, то вот то кольцо было фреска. Вот здесь бледно такой сиреневый цвет. И если вам видно, черный цвет, вот, я думаю, видно, черный цвет и такой, как персиковые вставочки. И возле самого камушка по два стразика. Вот такие у меня были. Я думаю, уже последние покупки по 15-му каталогу. Но очень скоро я с вами поделюсь новинками 16-го каталога. Поэтому оставайтесь со мной. Всем пока-пока.